Чё про это, блядь, в Ютубе про эту ебаную палку про угледар видео? Я не смотрю, потому что я однажды в Ютубе набрала, типа, про Павловку, и мне выдало, типа, командование, кинуло камчатских ребят на убой, что-то такое, и все, и я не стала ничего дальше смотреть, потому что и без того тошно. Ну, есть такое, да. Я даже знаю, как это они сделали, как это, когда это происходило. Это не фейк, как говорят там, Песков. Mm-hmm. По радио Укропу говорили, что практика русских нихуя не изменилась. Как они отправляли мясо, так они мясо пристрелочные отправляют. Отправляют людей вперед, mm-hmm. по людям стреляют, они смотрят откуда, пытаются увидеть, откуда по ним стреляют, пытаются это уничтожить, нихуя не получается. Люди погибают, люди кончаются, набирают новых. За счет того, что есть люди еще в России, поэтому они едут. Люди сидят и удивляются, которые сюда попали не за наказание, не через яму, а просто. И они говорят, даже в ДШБ людей отказывают и присылают сюда, как изгоев. А говорит, а мы-то при чем? Да. А так, ну, я сегодня читала, что ничего такого возле вас сильно не происходило. Так кто писал? Там какой-то канал, какой-то военкор есть. Один-единственный раз они приехали в Павловку, сняли издалека угледар, всем здесь сказали, заедут, вообще даже близко не подходите на полкилометра к журналистам, даже не вздумайте, запрещали. Чуть ли не расстрел, блядь. Открой хохлядские каналы, что они там снимают. Не знаю, не захожу на хохлядские каналы. Короче, общую картину ты вообще даже не имеешь.